Сегодня мы будем изучать художественную гимнастику от всемирно известной чемпионки. Почувствуй мяч. Да, я почувствовала. Карди пытается. Художественная гимнастика. Всем приветики. Я сейчас использую фильтр из Инстаграма, потому что я выгляжу немножко стрёмно. Потому что это видео вообще на самом деле не должно было выходить. Но вы просто посмотрите на это. Вы очень просили сделать перевод «Карди пытается», новый сезон, поэтому специально для вас я это делаю прямо сейчас, быстренько, в экстренном режиме. То есть я вообще другое видео монтировала, но окей. Карди так Карди. Поехали! Аманда! Мне капец, как интересно, сегодня будет так весело! Я так рада, потому что ты гимнастка! Аманда Силз, певица, актриса, снимается в сериале HBO «Белая ворона». Я так рада, я так нервничаю, потому что, знаешь, мне кажется, я буду самой худшей. Ой, камон, ты всего лишь беременная, подумаешь. Не-не, я серьезно, но ты понимаешь, все эти дети, они по-любому будут лучше, чем я, и они будут ржать надо мной все. Окей, мы приперлись, ты готова, Карди? Ой, я даже не знаю, ну, классно, я так нервничаю, надеюсь, я не рожу. Короче, детишки, держите свои ноги параллельно, вместе. Ну, короче, вы поняли. Вы делали это все раньше, вы все знаете и без меня. Да, вы и так все знаете. Настасья Генералова, золотая медалистка по художественной гимнастике. Да, не удивляйтесь, это Настасья Генералова, родом из Беверли-Хиллз. Ничего необычного. На самом деле, ее мама родом из России, а папа афроамериканец. Сегодня я буду преподавать класс по художественной гимнастике для начинающих. Сегодня мы будем изучать вот это, вот это, вот это и вот это. И это все экстремально сложно. Я даже не знаю, справятся они или нет, потому что это требует большой координации. Настасья, я даже не знаю, Карди вроде как беременна. Капец, зачем мы согласились? О, привет! 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 Я Настасья. О, господи, ты беременна. Здорово. Надеюсь, ты не родишь. Приветики, да. Вы когда-нибудь занимались художественной гимнастикой? Нет. Вообще ничего связанного с гимнастикой, танцы, может быть? Она. Ты? Ну так, немножко, да. Понятно, только ты, да? Сейчас я немножко покажу, что я умею и чему я вас научу. А вы пока посадите свои жопы и смотрите. Давай, Карди, пойдем. Охренеть. А я даже не знала, что шары вовлечены в это все. Макарена! Бамчики-бамчики-бам-бам-бам. Бамчики-бамчики-бам. Мы начнем с легкого, с базы. Серьезно? Это база? Все очень просто. И помните, что в гимнастике рука всегда должна быть прямой, чтобы вы не треснули себе по руке. Никто не хочет, чтобы треснули себе по руке. Прямая рука. О. С такими ногтями впечатляюще. Неплохо, неплохо. Когда ты дома, это смотрится очень просто, но это вообще нифига не просто. Вообще, очень сложно. Это не так просто, как кажется. Так, а что там надо делать дальше? Ну, эта рука вроде неплохо, да. Я пытаюсь. У вас тоже есть это ощущение, что Карди ничего не поняла? Блин, даже мне было сложно это сделать. А она со своими ногтями, я даже думала, она сломает себе что-нибудь. Или что-то вроде того. А теперь возьмите, киньте и наступите. Да, отлично, все правильно. Сейчас, да, сейчас. А, нет, Карди. Вы знаете что? А давайте перейдем к чему-нибудь другому. Если честно, это хрень какая-то. Мне вообще не понравилась какая-то маленькая хрень. Тут больно, все больно, отстойно. Мяч. Итак, мы начнем с того, что прокатим мяч до середины. Оп. Это звучит даже не так, как будто это очень просто. Я не могу. Катать шар было очень весело. Шары это всегда весело. Почувствуй мяч. Да, я почувствовала. Хорошо, хорошо, было хорошо. Прям мне в рот. Господи, какой стыд. Обруч. Итак, это очень важно в художественной гимнастике. И почему же? Потому что, когда вы крутите обруч, вы можете делать какие-то другие трюки и движения. И что ж, попробуем. Я в шоке, что у тебя хоть что-то получилось. О, господи, господи, это сложно.
Так, давай сюда. Моя рука! А вы знаете, я никогда не была специалистом по обручу. И знаете что? Никогда не буду. Ленточку. Итак, мы начнем со спиралей. Окей, я реально пытаюсь это сделать. Но почему мои дырки такие гигантские? Вы знаете что? О, да-да, у меня получается, кажется. Да-да-да, как будто взбиваем. Да, я поняла все. Почему у меня так стрёмно получается? Маленькие кружочки. Да я пытаюсь. Капец, это сложно. Ну все, я устала. О, черт, я использую это для следующего видео. Классно получилось, а? Это похоже на то, как будто ты взбиваешь панкейки целый час. Очень больно. Итак, из того, что вы сегодня выучили, я хочу, чтобы вы переоделись и показали нам шоу. Не стой сзади, бич. Не могу дождаться, моя любимая часть. Ваша пузя отвалится от моего аутфита. Пошли переодеваться. Всем приветик. Скажите спасибо, что я еще не родилась здесь. Да. Вы выглядите феноменально. Ой. Вы просто великолепны. Ну да, конечно. Окей, у меня есть идея. Я сделаю переворот. А ты побежишь по полю с ленточкой. Это у тебя получается очень круто. Нет, реально будет круто. Ты будешь сияющей звездой. Окей, я нифига не помню. Там, если что, ты это... Я буду смотреть за тобой. Ну ладно, пойдет. Кулачок? Кулачок. Так, ладно, я просто буду стоять здесь. Угу. Я грациозная птица. И... Мячик, мячик, на. Мячик, опа. Оп. Оп-па-па-па. Сначала, на самом деле, у них было все нормально, но потом что-то пошло не так. Обруч, 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 обруч. Прикинемся, что все нормально. Ленточка, полный вперед! Кружочки, дырочки, кружочки, кружочки. Господь, какое же днище. Копать ту лопату. Позориться так вместе, подружка. Вы такие убогие. Ничего страшного. Спасибо. Так я не поняла, где деньги? Где деньги, я не поняла. Несите деньги, а не цветы. И это провал всей моей жизни. Мы сделали это. Как тебе розы? Я люблю деньги, ты знаешь. Хорошо, но ты знаешь, все окей. Вы обе были такими чудесными, я под впечатлением. Кроме тебя, ты не понравилась. А Карди молодец, это так здорово, ленточка была классной. Настасья такая чудесная. Но подарок она дала только тебе. Ненавижу свою жизнь. Спасибо всем. Может быть, в следующий раз я попробую что-нибудь артистичное. Не-не-не-не-не. Сначала мне надо родить, а потом я попробую что-нибудь новое. Я даже не могу соединить свои ноги теперь. Ну все, всем пока, щеки, я пошла с патушки. Спать, 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 патушки. Ну все, детишки, мне пора идти плавать с фламинго. Ну что ж, пишите свои впечатления в комментарии. Bye, bitch. Господь, можно мне, пожалуйста, в жизни такое же лицо? Черт.